выдержу я это или не выдержу, будет прикольно. И озеро меня вообще рубануло. Я когда на полок лег, меня просто как иголками всего кололо. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. Я первый раз сейчас буду позировать, или как это называется, моделью на чемпионате банном. Сегодня у нас проходит банный кубок по парению среди чемпионов. Меня сегодня будет парить Владимир Горемыкин и Александр Батальцев. Вот он тут рядышком стоит. Так что сейчас мы вам все покажем, после этого я еще в озеро побегу в ледяную воду, у нас сегодня снег шел. Мы в Живой Русской Бане Ефремовской. Камера немного потеет, потому что здесь влажность такая повышенная, так что давайте сейчас посмотрим, как меня будут парить, как я побегу дальше в воду. Дальше потом все ощущения расскажу. Пальцы вверх, ребят, ставим и смотрим дальше видео. Ребят, первый раз у меня такое парение, не знаю, выдержу, не выдержу. Здесь меня, не знаю, по-моему, 4 руки даже сейчас парить будут. Так что смотрим, выдержу я это или не выдержу, будет прикольно. Ну что, пермское парение от Владимира и Александра для Владимира в бане одноименной Владимирской Ефремовской бане. Руки вверх можно поднять, подышать, опустить, вместе с вдохом выдыхать. Чувствую, как у тебя сердце бьется. С каким темпом? Бам-бам-бам-бам-бам-бам.
песни озера меня вообще рубануло. Я когда на полок лег, меня просто как иголками всего кололо. Охренительно, я даже ни температуры, ничего не чувствовал. Если бы я не знал, что меня снимает, я бы уснул, наверное. И если бы не знал, что в 6 часов уже другие люди придут, я бы уже уснул, наверное. Ответственность не позволила расслабиться полностью. Вообще, вообще классно. А расскажи, почему ты, когда попросили тебя вот после озера, ты лег животом вверх, попросили тебя перевернуться на спину, а почему ты не перевернулся? Я просто не мог перевернуться. Вот это состояние называется пластилин. Я не хотел вот это вот кайф ломать. Я лег, и все, и мне двигаться просто неохота было. Ну вот. Здорово. Вообще классно. Две руки такие, раз. Ребят, ссылка внизу, нам нужны лайки. Давайте подписывайтесь. Ну, на канал вы уже подписаны. Переходите по ссылке, лайки ставьте. И палец вверх. И всем пока.